за рулем. А пешеходы, они молодцы, они в разных местах неожиданно любят кидаться под колеса автомобилю. Они же не знают, что, например, водитель, он только что после вакцинации, да, ну я отсиделся положенный, то есть столько, сколько мне рекомендовал врач, прежде чем идти двигаться. Ну, правда, я дошел до машины, мне не хотелось в больнице сидеть, у меня машинка рядом, сел в машинке, отсиделся положенное время и сейчас еду. Ну вот, уважаемые пешеходы, не кидайтесь, пожалуйста, под колеса, потому что помимо технического состояния автомобиля и там еще бывает состояние водителя. Вдруг он после вакцинации или вообще каких-нибудь других действий, да, может, вакцинация, кстати, не самая страшная. Не кидайтесь, ай-яй-яй, на-на-на. Ладно, это так поболтал.